Почетное консульство Словакии получило в областном центре официальную прописку. Его полномочия будут распространяться на Брестскую и Гродненскую области. Почетное право возглавить дипломатическую миссию было представлено генеральному директору открытого акционерного общества «Продтовары» Михаилу Козичу. Сегодня на его плечи возложено много обязанностей, главное из которых – вывести отношения Брестской и Гродненской областей со Словакией на новый уровень. Мы хотим, чтобы почетный консул, который сидит, как говорится, в Бресте, чтобы он отвечал и за проект, и заботился о отношениях с Гродненской областью. Конечно, почетный консул – это для определенного округа и для определенных областей, но он представитель миссии Словацкой Республики, поэтому ему надо и разбираться в общегосударственных делах, проектам, которые он может помочь не только в Брестской и Гродненской области, пускай нам помогает в основном. В праздничный день в адрес Михаила Козича звучало большое количество поздравлений от представителей областной и городской вертикали власти. Словацкое представительство в областном центре – второе в стране. Как отметил мэр города Александр Рогачук, знаменательно, что год открытия консульства в городе Бресте совпал с датой, когда дипломатические отношения Беларуси и Словакии перешли на новый уровень. Это должно качественно повлиять на экономические, туристические, образовательные связи, а также повысить престиж самого города. Мы открываем 9-ю дипломатическую миссию в нашем городе, что делает город, наверное, более презентабельным, более инвестиционно привлекательным. Я хочу отметить несколько вопросов. Прежде всего, что из 9 миссий мы открываем 5-е почетное консульство. Некоторые ставили под сомнение сам институт почетное консульство, но я вам говорю с полной уверенностью, что на основе опыта работы наших консульств, которые уже есть, это очень серьезные проекты, это различные экономические форматы, это культурные мероприятия, это выставки. И я вам говорю, что это абсолютно оправданная форма дипломатических отношений. По мнению всех участников торжественного мероприятия, в ближайших планах должны быть проекты, которые бы открыли жителям двух государств новые стороны их жизни. Наиболее актуальным это было бы в контексте подготовки и празднования тысячелетия Бреста.